карман-наполнитель пеленки для щенков. Студенты Саровского политехнического техникума имени Музрукова уже собрали с полдюжины пакетов для пушистых обитателей приемника. Благотворительную акцию в поддержку безнадзорных животных участники волонтерского объединения «Феникс» решили приурочить ко дню снятия блокады Ленинграда. На это ребят и их куратора Евгению Пузыреву вдохновила история кота-блокадника Максима. Находясь на грани голодной смерти, он забрался в клетку и калачиком свернулся вокруг некогда заклятого врага, попугая Жака, пытаясь передать ему частичку своего угасающего тепла. Он прошел всю блокаду вместе со своими хозяевами, они ему сохранили жизнь. Это вообще большое достижение в таких страшных условиях, в которых они были. Вот, и он прожил 20 лет и, в общем-то, умер от старости в любящей семье. На призыв помочь животным из городского приемника откликнулись десятки студентов Саровского политеха. Одни несли корм, другие приобрели средства по уходу за питомцами. Кто-то помог закупить медицинские препараты, без которых тоже не обойтись, когда собаку или кошку берут с улицы. Все они люди с активной жизненной позицией, как, например, Артем Шевков. Юноша не только регулярно участвует в благотворительных акциях, которые проходят в СПТ, но и трудится помощником депутата, помогая решать проблемы жителей округа. И сейчас тоже решил не оставаться в стороне. Я узнал об этой акции именно в технике. Сейчас достаточно много бездомных животных. Я считаю, что приюту должны также выделяться деньги на все эти корма. Но, естественно, всего этого не хватает, поэтому люди своими силами должны именно вот помогать приюту. И это все делается от души, все за свой счет. Как и любое другое начинание, благотворительная акция «Хвост пистолетом» требовала серьезной подготовительной работы. Первым делом надо было донести информацию до максимально широкой аудитории. Все просто. Чем больше студентов, преподавателей и их близких узнает о том, что идет сбор, тем увесистее будут посылки, которые получит приемник. Судя по тому, сколько пакетов увидела наша съемочная группа, ребята отлично справились с заданием. Я ходила по классам, рассказывала там учащимся про эту акцию. Также мы публикуем записи в интернете, там в социальных сетях различных, везде все рассказываем. Так как акция уже проходила до этого много раз, и как бы все студенты были знакомы с ней, и было нетрудно объяснять. Сбор, который организовали в волонтерском объединении «Феникс» Саровского политеха, завершился в конце минувшей недели. Со дня на день подарки отправят в приемник для безнадзорных животных. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».